Скажите, пожалуйста, вот я запишу вас. Ривченко, ага. Василий Константинович. А не Петрович? Константин ага. Петрович живет в Минске. Ага. Ривченко Василий Петрович на улице Яна Райниса. Ага. Живет на... мой земляк, родный. Ну я понял. Еще был родный. Ривченко Василий Петрович, родный угу. наш земляк, с моей деревни. Ну. Работал тоже на тракторном заводе, на машино-тракторном заводе. Но он умер. Ясно. А вас как зовут? Василий. Тоже Василий. И моего отца Василий звали. Василий. Слушайте, Петрович? Не, отца Василий Изотович, потому что его дед был Изот, он с деревни Аниски, тоже Замитовского района. Хорошо, я сейчас отца позову. Они в 15-м году уехали, только еще не были знакомы. Уехали они в Сибирь и там познакомились в Сибири. Я вам объясняю. Ну. Было Кривченко Василий Петрович, Кривченко Василий Иванович и Кривченко Василий... О. Все три... Мой отец Изотович, Василий Изотович. Я понимаю вас прекрасно, понимаете? Видите, мы жили они в Минске, работали оба. Один обрубщиком работал на тракторном заводе. Один обрубщиком, а другой работал просто на тракторном заводе. Ну еще живой кто-то, да? Петрович жив, сейчас находится здесь в Закруте. А, в Закруте? Да, он живет, я вам говорю, живет на улице Яна Райниса. А сейчас здесь отдыхает или что? Да, в Сестре он находится сейчас. Ну, в чем дело? Я вам говорю, что тут мы... Я просто там сейчас ехал через Закрутье, значит, остановился там около одного дома и спросил, говорю, как на Фошне проехать. Там дом такой, около дороги. И женщина вышла, черненькая такая. И как-то она назвала мужа Коля или как? Да, драник там провиша, Коля. Она говорит, Коля, говорит, сколько там до этого? Он говорит, от клуба, говорит, налево там, километров 5, говорит, поедешь. Да, 4200. Ну. Отсюда, 4200. Ну, ясно. Так отец ваш отдыхает? Сейчас, позову, не волнуйтесь, расскажу. Ну, ничего. Ну, спасибо. Ну, это очень интересно.